Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас я нахожусь на крыше в том ресторане, где мы устроили небольшой потоп, связанный, ну и приехали сюда пожарные и, в общем, помогли нам разгрести эту ситуацию. В общем, клиент, общий счет, который мы ему выставляли, составил $1700 вот за ремонт полки холодильника. И ввиду того, что как бы произошел инцидент, мы согласились ему сделать большую скидку в размере там 50% от общего ценника. Вот. Он типа согласился и очень долгое время, примерно около месяца, не связывался с нами. После того, как месяц примерно прошел, может полтора, он не связывался с нами, не платил. Вот, хотя он знал то, что ему предложили 50% скидку, но он все равно не связывался, не платил. В общем, бац, тут он связался и такой говорит: слушайте, парни, у меня теперь не работает нормально фризер. Вот, фризер — это Vulcan фризер. То есть у него такая вот установка. Внешне стоит на крыше вот тот юнит, который мы чинили до этого. Меняли на нем TX Vival. Плюс мы ему еще сделали работы по кондиционеру. Потому что у него запускался только один компрессор. Мы запустили ему второй. И в итоге плюс ему еще выставили счет на $578 за замену этого спринклера. То есть $578 это стоит замена спринклера, представляете, как дорого. Ну и, наверное, в эту же стоимость входит как бы прогонка всей системы на проверку, то что ничего не течет, все нормально. Ну так, в общем, позвонил он и говорит: блин, типа не работает фризер, бла-бла-бла, типа показывает 37 градусов. А у него, в общем, проблема с дефрост-таймером оказалась. То есть просто тупо холодильник не уходил дефрост, и все, весь койл замораживал. Вот, ну я такой приехал, я говорю: так-то, я говорю, мы не можем начать работу, пока у тебя есть предыдущий долг. Он говорит: окей, давай не вопрос, оплачу. Он говорит: смотрите, у меня же $578 еще висит. Я говорю: хорошо, давай я еще 50% этого счета оплачу. И он согласился в итоге за все про все. Вместо $1700 мы получили всего лишь... Сколько мы получили? 475 плюс 85. Получается $560 всего. Ну и ничего страшного, в принципе, зато там покупился рефриджерант 404 и TX Vival, который стоит примерно $120-150. Так что, по крайней мере, запчасти себе окупились. Ну так вот, он в общем оплатил, и мы начали разбираться с этим фризером. Фризер у него, как я уже сказал, проблема с дефрост таймером. Он у него просто встал в одном месте и морозил. Вот такой вот дефрост таймер. Он устанавливается на control board. Сейчас я примерно покажу. В этом дефрост таймере каждая вот эта вот пимпочка, каждое значение составляет примерно 15 минут. То есть 4 раза в сутки этот таймер отправляет фризер в дефрост, и каждый дефрост занимает полчаса. А вот, собственно, этот старый дефрост таймер, который поломался. В общем, поменял дефрост таймер, сейчас отправил фризер в дефрост цикл, через полчаса он должен сам включиться, я здесь пока что побуду,
И посмотрим, как он начнет, собственно, холодить. Сейчас, поскольку я вчера здесь был и размораживал вручную, не то что вручную, я просто включил мануально этот дефрост цикл, зажав вот здесь вот этот небольшой свитч, и дефрост цикл начался. И сейчас получается полчаса пройдет, он задефростится и сам должен запуститься. Я по крайней мере убежусь, что он запустился сам, по крайней мере это будет говорить о том, что колесико, моторчик у таймера крутится и все нормально. Так что будем посмотреть. В общем, поменял я дефрост таймер, закрутил его в дефрост цикл. Он проработал в дефрост цикле полчаса, потом снова включил фризер цикл, и я пошел на следующий заказ. В общем, стоило, обойдется сейчас ему это в $285 за работу, и в $94 за дефрост, крутый таймер. Сам дефрост таймер обошелся мне в $43. Так, я опять на крыше нахожусь, но уже другого ресторана. Решил проверить те свамп-кулеры, которые мы до этого чинили. Надеюсь, что все будет в порядке. Сейчас посмотрим. Мы здесь не были где-то около 2 месяца после последнего появления на этой крыше. Может, где-то 1.5 месяца. Собственно, сейчас взгляну. Так. Прокладка мокрая. Уже есть надежда. Так, здесь сырости не чувствую. Здесь сырость хорошая. Здесь сырости не чувствую. Так, посмотрим. Как видим, мотор перестал работать. Непонятно почему. Но сейчас проверим. Может, просто заклинило его. Все бежит и происходит. В общем, один надо поменять моторчик. Он, собственно, изначально глючил вот этот вот, который с этой стороны. И, видимо, ему совсем пришел кирдык. Будем менять. Все, проверку сделал. Можно ехать домой. Всем спасибо за внимание. Пока.